Ну, а тем временем штрафной удар в исполнении Фиорентино назначен. Подача, удар, перекладина и гол! Вот это момент! Как здорово пробил головой! И кто же это? Это второй номер. Получается, что я не ошибся, назвав атаку Фиорентины голевой, потому что все это время она как раз и продолжалась. Ну, как чувствовал. Подача очень хорошая, и верх проигран, ну, просто бессовестно, потому что вот это подключение получилось в итоге у защитника классическим. Он вбегал в штрафную площадь, в то место, где не было... Или это не так? Порой вот эта злость, нет положения вне игры, удар, гол! 2-1, 2-1, Антонио Ди Наталья! Активность для такого возрастного игрока. Давай! И это на повторе видно очень. Дают они нам возможности. Ой-ой-ой! Не дают даже возможности вкатиться в этот момент, потому что совершенно дурацкий гол пропускает Нето. На одной и той же минуте принял мяч бразильский голкипер. Только я собирался заговорить о чем-то пространном, как тут же на этом слове ловит меня Луис Муриэль. И не...